В Комсомольске-на-Амуре сотрудники ФСБ и бойцы полицейского СОБРа задержали на месте преступления 5 мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на иностранных граждан. Как именно удалось так оперативно вычислить налетчиков, представители силовых ведомств не распространяются. Видимо, жертвы были такими же неслучайными, как и само тщательно спланированное преступление. Двое предпринимателей из Китая приехали в Комсомольск-на-Амуре, чтобы наладить малый бизнес. Они планировали организовать скупку кедрового ореха в окрестных селах. 5 неизвестных вечером ворвались в квартиру, где проживали граждане Китая. Под угрозой огнестрельного оружия они потребовали отдать всю имевшуюся в квартире наличность. Похищенные 750 тысяч рублей нашли в машине одного из нападавших. Там же имелись и все атрибуты, необходимые для дерзкого преступления. Маски, скрывающие лицо, наручники, радиостанции для связи между подельниками и ружье 12-го калибра, которым запугивали потерпевших. Кто именно был зачинщиком криминальной постановки, полицейские еще выясняют. Но в рядах задержанных имелись люди, обладающие достаточными для разбоя навыками. Трое из них работают охранниками на одном из предприятий Комсомольска-на-Амуре. Еще один злоумышленник нигде не трудоустроен. 5-й задержанный имеет весьма богатую криминальную биографию. Все 5 фигурантов в настоящий момент находятся в следственном изоляторе. С места происшествия Кирилл Новиков по материалам УМВД края.